Всем привет! Сегодня приготовим пиццу за 5 минут. В общем, батон хлеба, у меня кукурузный хлеб. Дальше у нас сыр, ветчина, помидорки, кисло-сладкий соус. Так, потом яйца и сливочное масло. В общем, хлеб разрезаем мы в длинку. Так, вот, две половинки у нас получается. Вот. Немножко туда, так, вминаем хлеб. Дальше смазываем все это сливочным маслом. Не очень у меня подтаяло. Так, вот масло намазали. Теперь немножко соуса кисло-сладкого. Так. Чем вот так размажем. Вот так, по булке. О, большой бутерброд получается. Так, теперь выкладываем помидорки. Немножко разные помидорки, ничего страшного. Так. Вот. Дальше посолить чуть-чуть. Чуть-чуть там стекает. Так, вот. В общем, с яйцом аккуратнее надо быть. Так, кладем ветчинку. Оно течет во все стороны. Так, и сверху все, сырок. Духовка 180 градусов у нас уже разогрета. От жары весь сыр оставил. Все тает. Жарко. Вот, и убираем все это в духовку. 5-7 минут по времени, прям вот чуть-чуть. Посмотрим, что получится. Правда, я не помню, у кого я это видела, но тем не менее. Все. Вот что у нас получилось. Стояла в духовке пицца наша, а-ля пицца, 7 минут. Вот. Вот где сливочное масло, она прям тут такая корочка хрустящая. Вот я уже отрезала. Такие как порционные, такие вот штучки получаются. Мини-пиццы. Тут тоже такая же. Вот. Не сухая, все мягкое, все очень такое вкусненькое.
Так что всем приятного аппетита. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока!